Питере арестованы подростки, ранившие таксиста своим отношением к творчеству позднего Гумилева. Добрый всем вечер, добро пожаловать на телеканал «Дождь», который вернул прежний смысл термину «прямой эфир». Здесь все, всегда в прямом эфире. Программа называется «Ливень». Вы заметили, наверное, что «лайв» там, потому что «лайв». А «Н» и мягкий знак – это то, что мы добавили от русского. В целом, под этим проливным дождем оказываются у меня всегда два гостя. Один музыкальный, другой – поговорить. Сегодня говорить мы будем с человеком, от которого, как известно, всей шестой части земного шара сияние исходит. И я намереваюсь узнать у него, как в Архангельске становятся священными коровами. Больше намеков давать не буду. А в качестве музыкального деликатеса сегодня у нас в студии будет самый известный в мире исполнитель индуистской музыки в стиле киртан. Дамы и господа, из самого сердца Москвы, с Красного Октября, в прямом эфире телеканала «Дождь» Кришна Дас. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. Ом намах Шивая. Шивая намах. Шивая. Shankara Namah Shivaya.
Если бы вы видели сейчас выражение моего гостя при этих восхитительных звуках, то, наверное, прониклись бы точно такой же теплотой и светом. Дамы и господа, у меня в гостях Борис Борисович Гребенщиков. Добрый вечер. Добрый вечер. Страшно приятно опять оказаться у тебя. Спасибо большое. Я в данном случае попытаюсь тебя эксплуатировать еще и как эксперта. Сколько угодно. В том, что вот мы сейчас слышали. Во-первых, расскажи, пожалуйста, про нашего гостя. Потому что, как я понимаю, это не первый раз, как ваши пути пересеклись. Нет, мы встретились сегодня впервые. Да? Но мы его музыку играем перед нашими концертами уже лет 15. Ты ему сказал об этом? Нет, еще нет. Нет, еще. Так. И Кришна Дас, судя по всему, наверное, самый удачный пример синтеза западной традиции с восточной культурой. То есть то, что сделал когда-то Джордж Харрисон, и только он, и никто больше, когда он записал три песни вместе с Битлз, которые были одновременно и индийские, и абсолютно английские. Вот то же самое делает Кришна Дас, он индийский киртан делает доступным всем, потому что он поет, не будучи индусом. Он поет родом по-своему. Из Нью-Йорка. Он родом из Нью-Йорка, да. Он родом откуда-то из Бронкса или из Бруклина. Скажи, пожалуйста, а Кришна Дас обозначает что-нибудь? И что обозначает термин киртан? Киртан – это специальный тип индийского религиозного песнопения, который весь повествует только об одном – о любви к Богу, о разных формах этой любви. Вот это мантра, мантра же, по сути дела, в принципе, да? Да. Там есть либо мантры, либо молитвы. Но поскольку они все время повторяются. Вот я хотел как раз спросить про этот прием повтора. Это мне во многом напоминает, ну, например, там, стихи абериутов, когда, повторяя одну и ту же фразу, ты постепенно теряешь ее смысл, и в ней возникают какие-то другие смыслы, если ты все время гоняешь ее по кругу. Вот здесь в чем эффект? Как, за счет чего этого, почему за счет повторения возникает какой-то эффект? В принципе, потому что мантра действует двумя образами. Во-первых, мантра называется «убийцей мыслей» в старинных индийских писаниях. В очень положительном смысле, в том смысле, что мы все время так много говорим сами с собой, мысленно или вслух, что мы абсолютно забываем о том, что происходит вокруг нас. Когда ты повторяешь мантру, твое сознание занято произнесением вот этих слогов, и поэтому душа становится свободна от постоянного назойливого собеседника в виде сознания. И, соответственно, чем больше ты повторяешь, тем больше ты очищаешь себя от бренных мыслей. Ты занимаешь сознание мантрой, а душа спокойно воспринимает то, что есть. Во-первых. А во-вторых, считается, что слоги, из которых состоит мантра, они имеют свои специальные психофизические характеристики, которые помогают там раскрываться чему-то в организме. Скажи, пожалуйста, а вот что за слоги были в этой мантре? Ом нама шивая – это мантра, посвящена мантра Шивы. И она все время повторяется как припев, и какие-то отдельные фразы, которые тоже говорят о том, что Шива – это очень даже неплохо.
идут в качестве основного текста. То есть, по сути дела, музыка играет, наверное, такой орнаментальный, что ли, гарнирообразный смысл. Она не является главной в этом. Главное является именно репетативное повторение молитвы. Нет, главное является то состояние, которое возникает внутри человека, который это поет или это слушает. Я хочу сказать нашим зрителям, которых заинтересовало творчество, либо вы в первый раз услышали о Кришнадасе, либо слышал еще до этого, 9 ноября в Крокус-Сити-Холле будет большой концерт, ради которого он, собственно, приехал. Но кроме этого он еще будет давать семинар, о чем вы можете узнать на сайте www.krishnadas.com. .ru. Как слышится, так и пишется. Еще я хотел спросить тебя, на каких инструментах они играли, чтобы ты правильно их произнес, что это такое? Табло, понятно, два индийских барабанчика, которые настраиваются в соответствии с каждой песней. А их можно подстраивать? Они все подстраиваются под каждую песню по-своему. Ага. И гармониум, то же самое, что наша физгармония, только ручная.